Давайте номер. Так, а вы уже все оплатили? Да, у вас 7, да? 7, хорошо. Давайте. Дружеское ржание рождается на свет. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный. Здесь не это, хочу по свету, хочу, хочу, куда хочу. Эй! Ребята! Кто еще не оглох? Кто это вот тут стоит и смотрит на финиш? Прямо. Вот скажи-ка, а на чем еще можно победить в гонке? Можно на самолете победить? Нет. Как это нет? А если он ехать будет? Да. А если будет лететь? Наверное, да. Наверное. Все-таки можно. А если к велосипеду приделать два крыла? Он будет тоже самолетом? Нет. Странно. А знаете что, есть одна мудрость. Быть большим можно и оставаясь маленьким. И наши сегодняшние первые участники именно это нам сегодня и доказывают. Какой большой подвиг для них. Я в два с половиной года еще ходить не умел. А они уже приехали и первым финишируют участником под номером 20. Похлопай ему! Сюда, сюда, сюда! Такой же у нас номер. А нам не важен номер в таких соревнованиях, где принимают участие такие красивые ребята. 15 у нас. Номер 15. Подскажет нам дама за большой красивой прической. И... Маша. Сюда. Ну, вот сюда. Давайте похлопаем! Это можно считать замечательным стартом. Итак, друзья, пока у нас финиширует крайний участник в возрасте 2,5 лет, я предлагаю 3-леткам-мальчикам на беговелах строиться на линии старта. Это вот здесь. Мальчики на беговелах от 3 лет. 5, 7, 27 и номер 1. Ребят, скажите, вы готовы? Ой, не слышу никого. Итак, ребята, вы готовы? Ребята, на старт! Гонщики,
На старт! Внимание! Марш! Поехали, поехали, поехали! Родители не толкаем. Итак, ребята, в возрасте 3 лет. Ой, сколько нас ног собралось. А у нас на старте готовятся участники под номером 14, под номером 4, под номером 7, под номером 24 и 23. 77, простите, не увидел. На старт, внимание, марш! Вперед, давай! Давайте, вот! Давайте похлопаем им! Первым лидирует участник под номером 4! Аплодисменты! Замечательно, а вторым несется! Участники в возрасте 4 лет, легаверы, мальчики, прошу вас на старт. Ну давайте тогда, на удачу всем, бегунку, давайте, бегунку, бегунку, давайте, 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 давайте. Молодцы, ребята. Итак, дорогие участники, смотрим за флагом. На старт, внимание, марш, поехали, поехали, поехали. Вот это, да, вот это уже ребята побыстрее, молодцы. Прям, прям соревнования у них, гонка между собой. Самое страшное — это развернуть. Участники несутся, они набирают скорость. Один немного сбивается. Сюда, родители, отходите. Сюда, сюда, сюда. Ну, мальчишки, кто первый, кто первый, кто? Ура, давайте похлопаем. Нам понадобится фото, финиш. Остальные участники, давай, набирай скорость, умница! Вот еще быстрее, быстрее, похлопайте!